пока я был в музее военно-историческом в Дрездене. Но прогноз не обещали вообще. Дождь утром прошел. Но вы знаете, что нельзя ничего прогнозировать. И я оставил мотоцикл здесь. Думаю, не буду прятать экип. Просто положил на мотоцикл. И пошел такой проливной дождь. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну да, все промокло. Все промокло. Вон куртка, смотрите. Все протекло. Штаны. Блин, не догадался я. Ботинки накапало, да? Надо вот так было мне их ставить. И все было бы хорошо. Вот так вот.